Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить автокоррекцию на Oppo Find X2 Pro. Переходим в настройки. Дополнительные настройки, клавиатура и способ ввода. И находим пункт «Сервис автозаполнения». И ставим любой из своих сервисов, которые вы можете скачать в Play Market. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!